Следственное управление Следственного комитета России по Татарстану сообщает, председатель Федерации профсоюзов Татарстана подозревается в коммерческом подкупе. В ходе обысков изъята необходимая документация и денежные средства. Российский союз автостраховщиков обжалует решение Верховного суда по справочникам ОСАГО в апреле. Напомним, УФАС Татарстана обратился в суд с иском. Верховный суд признал, что в республике страховщики занижали выплаты ОСАГО. В Госдуме не поддержали законопроект о приравнивании сожительства в течение 5 лет к официальному браку. Документ не устанавливает форму договора о режиме совместной собственности, что раскритиковали в комитете.